Ровные, непобитые края свидетельствуют о том, что хозяин очень любит свои ножи и ни в коем случае не стукает их один в один, попадая в мишень. Вот. Да, их можно эти все заусенцы, побитые вот эти кусочки, снимать напильниками, либо же наждачкой. Вот. Но со временем эстетический вид, естественно, ножей ухудшается. Ну, то ли придает им такой харизмы какой-то уже. Все равно, в общем, с первого дня метания моего это меня очень сильно беспокоило, так как ножи все метательные, которые у меня были, пускай даже китайские, мне нравились. Сейчас я вот так вот модернизировал свою мишень. Во-первых, перевернул ее. Во-вторых, поделил на сектора. То есть я буду метать 1, 2, 3. Тем самым буду повышать свою точность в метании. И плюс вдобавок к этому будут оставаться всегда небитые, красивые, чистые ножи.